Ну, может нахер эти задания. Да нахер эти задания. Короче, пойдем по сюжету, а то мы что-то сегодня вообще ничего это не прошли толком. Где? Там есть что-то поближе, да, есть. Хрен с этими заданиями. Так, Варюга, стой! Тысячи. Так, а где проход-то? Здесь нет, что ли? А как же я сюда телепортируюсь постоянно? Чё-то бред какой-то. Ладно, неважно. Тогда возвращаемся на. Тогда вот так пойдем. Пойдем по сюжету. То как-то стоим на месте. Сюда? Флексим. Оп, 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 оп. Ту-ту-ту-ту-ту. Хорошо. О, здорово. Французов идем бить, что ли? Здорово. А я ждал свою жену. Почему-то это меня не удивляет. Ну. Нас теснят эти чертовы французы. Понятно. Расскажи мне про их генерала, этого барона Валуа. Чезаре убедил короля Людовика послать против меня целую армию. Я польщен. Где его найти? Король Людовик. Скоро я схвачу этого Валуа. 14-й какой-то, 13-й какой-то Людовик-то. Кажется, они приближаются. Ёпа-мать. Мы контролируем ситуацию. Закрыть ворота! Бен, пожалуй, помощь нам не помешает. Помешай французам захватить казармы, закрыв трое ворот, ведущих казарм. Не дать себе ранить. Хорошо, ладно. Постараюсь, но ничего не обещаю. О. Да охуенно. Не дал себя ранить, блядь. Да плевать. Да вы чё, блядь, издеваетесь? Вас тут, блядь, сколько вообще? Вы чё, охуели? Баба, вы чё, блядь? Совсем, что ли, ебанулись? Пацаны, прикройте меня. Да, блядь, прикройте, блядь, говорю. Блядь, ты издеваешься? Ну, пиздец. Да что ты делаешь, блядь? Ебанутые миссии, блядь. Окей, это закрылось. Пытаюсь. Да чего орёте-то, блядь?
Все. И чё? Барон де Валуа подал сигнал. Чё, заранее дверь не могли закрыть, что? Бонжур, женерал Довьяно. Здорово! Здорово! Капитан! Научитесь говорить по-французски! Что? Так вы сможете скрыть свою варварскую армию. I am not understand what the hell you want. Вы меня научите, а я научу вас драться. Вы ведь в этом ничего не смыслите. Что ж, довольно забавляться. Я жду вашей безоговорочной капитуляции до рассвета. Ха! Подойдите, и Бьянка шепнет вам на ушко. Полагаю, что другая дама будет против. Мой муж вас всех уничтожит. Я убью тебя! Вот тут то франчеза! Французский осел. Успокойтесь, ведь здесь ваша жена. Мои условия прежние. Назаре, без оружия, в моем лагере. Ну ничего, ничего. И начните учить французский. Иди в баню! Будет говорить вся Италия. Иди нафиг. Проклятый сукин сын, ты у меня получишь! Вот же странный тип. Э, Бартоломео! Стой! Бартоломео, не сходи с ума. Да я сам разберусь, что ты... Бля, ебать, эти лошади могут еще медленнее ехать. Просто вспоминая первую часть, они там настолько быстрые лошади, что пипец. Здесь вообще... Это галоп, да? Это вот это галоп. Охуенная скорость. Серьезно? Че, на нас никто не нападает? Мы ж только что воевали. Украл чужую жену и теперь прячешься в крепости? Трус! Между ногами у тебя ничего не болтается! Там такая глубокая дыра, что уходит в саму преисподнюю! Ты нужен ей живым. Ебать. Жесткий парень. Больше французов, чем на улицах Парижа. Значит, заберемся на стены. Они неприступные. Пантеселее подсказал бы нам, что делать. Наверное, это конец. Дальше разберемся. На заре я войду в их лагерь с дарами. Быть может, этот трус пощадит ее. Почему я раньше не подумал об этом? А что я сказал? Отзови своих людей в казармы. Объясню там. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Отступаем! Троянского коня им, что ли, подарим сейчас? Чего отступаем-то? О! Мы в каком... Мы в каком-то месте, в котором башня Борджа, что ли? Или что? Блять, а что меня так далеко откинуло-то? Так, стоп. Новая территория открылась, да? Класс. Класс, класс, класс. Ну ладно. А чё мы вместе-то не пошли, я не пойму. За хера вот это? Мы начали миссию, чтобы, блядь, просто доехать и все. Бред какой-то. Ладно. Деньги капнули на счет. И опять ворота настежь. Ты вы охуели, что ли, блядь? Я это закрывал, блядь, старался. Меня даже задамажили. А они опять все настежь открыли. Ебанутые, нет? Я удивляюсь вообще, как вы живы до сих пор. Ну, чё ты? Чё ты придумал, Эцио? Давай, рассказывай. Значит, у тебя есть план? Похож на обман. Если твои люди проникнут в лагерь, они ведь одолеют стражу, верно? Да, но... Особенно, если они застанут их врасплох. На черту! Нам нужно добыть несколько французских доспехов. На заре мы идем в их лагерь. Ха! Эцио аудиторе! Ты мне решительно нравишься! Манифико! Я добуду... Манифико? Не магнифико? Мы пойдем с севера, ну, ладно. Чтобы не вызвать... А, ну, в принципе, он же это... Как он сказал? Французский учу. Незаметно. Доспехи должны быть чистыми. Не дайте себя обнаружить, обманите... Так, понятно. 20 французов? What? 20?
Не слишком дохуя. Я что-то вообще по всей карте разбросан, походу. Твою в душу. Ладно. Не дай себя заметить. Это считается за французов? Ебать, как я сюда... И как я себя не дал обнаружить? Ты видел, сколько их там? Ебанешься, блядь. С этих начнем. Чё? Ты чё, дурак? Ай, бля. Пошёл нахуй, заебали. Да пошёл ты, блядь. Ну и чё ты пробить не можешь? Ну хорошо, какая разница мне теперь тогда? Здорово, пацаны. Я знаю, он вкусно. Вперёд, братья! Вперёд, повар! Пора! Хорошо. Да, блядь, вы чё, настолько все бруталы, блядь, что ли? Вообще не того, ну да ладно. Девять. Вот же странное дерьмо происходит. Там ещё что-то кто-то гуляет, где? Нет, это не те. Да, блядь, что за лагерь такой у вас здесь? Хуй поймешь. То французы, то не французы. Там башню я видел, Борджа. Девять. Дамс. Ой, ёпсти. Как тут надо изловчиться, чтобы убить всех незаметно. Он что, умер? От того, что я толкнул его? Серьезно? Сколько? 17? Здорово. Ты еще, блять, кто такой? Воу! Хуя себе, это что было такое сейчас? Неожиданно. Хорошо, бежим тогда. Куда бежим-то?
Куда бежим-то? Еще одного нужно, что ли? Или сколько? Да вот сюда давай. Ближе всего будет. Че ты, Феанор? Э? Игра нравится. Что? Я? Не хочу. Взять его! Все, я вошел, извините. На прошлой неделе ты повел в пыточную камеру собственного брата. Сузи, не нравится? В смысле, тебе не нравится? Ну, я понял. Че? Ты написал, в смысле, мне не нравится. Ты че, в смысле, мне... Ассасин Топич, ты че, в смысле, мне не нравится? Как я это еще должен понимать? Хорошо. Хорошо, отстал. Блять, как же вот здесь, сука, тупо сделано. Нихуя никак не залезть, блять, по-человечески. Да ты какого коня... Блять, ты дурак. Нахуй на коня залез. Жуть, ебанутый. И здесь ты не долезешь. Ну и нахуя мы лезли? Чё, блять? Ебанутое говно. Это кто? Там глашатай еще? Уважаемый глашатай. Жизнь не видел такого страшного человека. Правда? Добрый день. Я что-то пропустил? Я представитель Орифлейма. Понимаешь, пройти игру, не срывая ни одного плаката. Вот это топ будет, да? Знаешь, такой челлендж. Хуйтельный. О, пацаны. Вы чё, косплееры? Здорово, бля. Принесите мне этот уродский доспех. Тебе доспех не нужен. Что? Это часть плана. Ты сдался нам. Мы ведем тебя к барону. Ах, да! Потом твои люди нападут по моему сигналу. Бен, хорошо. Иди переоденься. Скоро рассвет. Выхода нет. Стройся! Троянский конь. Мой отряд переоденет на Эмлику, проникнет в крепость французов до рассвета. Убивайте французов на заставу, чтобы они не успели поднять тревогу. Не теряйте здоровье. Вы такие, блядь, незаметные пацаны. Кого вы идете-то, блядь? Ебать, просто сама незаметность. Хоть шлема, блядь, что ли, одели. Эти шапки ваши остались тут. Вот этих пацанов на заставе надо убить. Хорошо. А чё, они из чего вдруг решили, что... Чё они вдруг решили, что мы подставные-то, блядь? Ко мне! Мы должны идти по маршруту патруля. Если свернем, то люди герцога заподозрят неладное. Барон думает, что Чезаре позволит французам править Италией. Этот ублюдок
так ослеплен гордыней, что не замечает очевидного. Что бы там ни думали французы, но Чезаре сам собирается стать королем. Они же на нас не накинутся. Я в домике. Впереди солдаты. Че? Ты кто? Я за честный бой. Че? Пусть победит сильнейший. Че? Че за... Че за... Флексим. Пик, пик, буди. План хорош, но мне не нравятся подобные уловки. Я за честный бой. Пусть победит сильнейший. Чезаре и барон придерживаются другого мнения. Во-во. Придет день, когда люди не будут обманывать друг друга. Тогда мы и увидим, на что способно человечество. Я где-то слышал это. Эти слова написал твой отец. Ты что, блядь, скрипит-то нахуй? Ты хотел бы расстаться прежде всего. Я разберусь. Добрый день. Чё? Чё, блядь? Чё это ещё, блядь, чё за хуй? Чё происходит? Игра, не бей мне мозги, пожалуйста. Чё за бред? Твой план хорош, но мне не хуёшь, блядь. Уловки. Я за честный бой. Пусть победит сильнейший. Чезаре и барон придерживаются другого мнения. Придёт день, когда люди не будут обманывать друг друга. Тогда мы и увидим. Я где-то слышал это. Эти слова написал твой отец. Я разберусь с ними. Блять. Это не я. Мы просто французы. Мы гуляем. Да иди ты нахуй. А чё моих-то сразу? Здесь его нет. Чё, блядь? Ты понимаешь, к чему я клоню? Чё за бред, блядь? Ну и чё, блядь, они успели чё-то, блядь? Нихуя они там не успели, блядь. Пошла в пизду игра опять. Очередной раз пошла ты в пизду игра. Увидели они, блядь, ага. Хуидели. Говно, жоп, говно. Я француз, Санти. Вон тот, блядь, хуй на крыше, блядь. Да иди сюда, блядь. Хуятор. Кому нужно пустить кровь? Нет. Кто? Кого? Что? Чё? Кого остановить? Чё, блядь? Игра, не еби мозг. Чё хуйню какой-то занимаешься? Я периметр проверяю. Куда идёте-то? Туда идёте? Сюда?
Там человека убили, иди посмотри. Он что, блядь, наших толкнул? Ебануть, что ли? Добрый день. Убирайся! Че? В смысле? Я вон привел вам. Вы че? Мы солдат, мои солдаты ведут капитана итальянцев к барону. Из какой части Франции? Монреаль. Открыть ворота! Говоришь по-французски? Во Флоренции я знал пару француженок. Так, и чего ради? Мне все тут ответите, блядь. Да, Фенер. Чего? Смотрите, как ему стыдно за себя. Привет. Привет. Мы вообще хоть знаем, куда мы идем-то, блядь? А то что-то как-то это выглядит тупо. Вижу, вы услышали голос. Хорошо. Довольно болтовни. Отпусти мою жену. Какие дерзкие речи для какого-то нищего бродяги. Мое богатство, мое честное имя, а твоя честь — фальшивка. Да как ты смеешь? Думаешь, что армия делает тебя благородным? Благородство — это сражаться плечом к плечу со своими солдатами, а не похищать женщин. Наберись храбрости и отпусти мою жену. Эти варвары ничему не учатся. Ты чё, пёс? Еще один наемник? Он странно одет. Да чё ты не дохнешь-то, блядь? Так, пацаны, занимайтесь. Хорошо, ладно, я сам займусь. Да чё ты меня-то... Блядь. Давай. Поехали. Чё, устал? Всё? Я не устал. Домой, блядь. Эцио, ты должен спасти мою жену. Иди на крышу. Иду. Заставку покажите только. Наконец-то барона де Валуа и убейте его. Выполните задание меньше, чем за 5 минут. Хорошо. Че, долго бежать, что придется? Чё, блять, вот такими темпами, нахуй, мы, блять, 5 минут нам не хватит. Да нахуя я залезал-то, блять, говно. Где это хуй? О, здорово. Блять, не хватает. Он притворился мертвым? Что? Я же ничего не сделал, он просто упал. Эцио, пожалуйста, к
комментарии хоть какие-то давай, блядь, к тому, что происходит. Потому что это бред полный. То есть, ну, он мог бы хотя бы сказать, что он прокрасся незаметным. Типа того, наверное, нет? А то что-то как-то это нелепо было сейчас. Не, это не мы. Тихо! Что он делает? Чё? Как это тупо было, блядь. Ассасин, что он делает? Я просто хотел уважения. Ой, блядь. Уважение нужно заслужить, и нельзя купить или унаследовать. Да! Возможно, ты прав. Мне нужно больше времени. Пусть смерть уравняет тебя. Requiescat in pace. Усы. Усы. На эту... На капитана Крюка похож, блядь, был. Дастина Хоффманского. Пантеселея! А ты как все попал? Больше никогда не исчезай. Без тебя я пропаду. Ну и любовь, да. Прям любовь. Но ты же спас меня. Это Эцио придумал гениальный план. Неправда. Все это придумал твой муж. Правда? Ты мой принц. Теперь придется заслужить этот титул. Заслужишь. Спасибо. Че? Они все тупые? Или что? Что происходит? Сундук! Сундук! Мой сундук! Мой сундук! Тихо! Нет-нет-нет! Мой сундук! Стой, Эгмана. Киношного или чё? У Эгмана такие усы. Большие. Какой это, блядь, из деревни дураков? Он может так делать. Да, знаешь. Последовательно 7. Ключ к замку. Или к замку. Кто знает? Бля, я телепортнула, хуй пойми куда, да? Ну, ясно. Здорово, банкир. Дай денег. Спасибо. 98к? Нормально. Ко мне ходят. Это хорошо. Я прям рад за тебя, что к тебе ходят. Новые доспехи. Очень даже годные. Берем. Плевать, сколько они стоили. Оружие рапира. Ну такое. Стоку. Плюс 2. Ух. Тяжелое оружие плюс 2. Давай. Пойдем, пойдем. Короткое оружие. Чинкуэта. Задание. Все еще нет. Ну, тогда до встречи. Опять этот сиреневый. Сиреневый поезд ебаный.
заходите. У тебя-то я проверял задание. На кони-то не хватает. Значит, в другой раз. Удачи. У меня вы... Так, чё там? Блядь, чё-то новое опять появилось. Агенты тамплиеров. Нахуй это всё. Не нужно байда. Так. Просто он подписан на этот канал, да? А чё? Боишься, что он не приходит? Переживаешь за него? Я тоже. Ну, я думаю, он на следующей игре будет сидеть, блядь, 24 на 7 здесь. Потому что там Need for Speed будет. Ноль денег помещено в хранилище. Заебись. Я прям в нужный момент, походу, деньги забрал, да? За минуту. До того, как... Блять, кто сюда нахуй вешает-то хоть чё, блять? Ебанутый, блять. Зачем? Сними, блять, не позорь нахуй меня. Да, я, блядь, тут спрятался. Вот, смотри, блядь, рядом с тобой бегу, блядь. Ты тут спрятался? Нет. Дебилы, блядь. Новостей не хватает. Да чё там? Чё он тебе расскажет? Как Killzone всё ещё в PS Plus дают. Или как инсайдеры сообщают информацию. Я с тобой, Дани, здоровался сегодня. Подходи. Не помню. Желаю тебе здравия. Спасибо. Так. Че? Да? Вообще крейзи. О, рыбаки, ебать, смотри. Че, мужики, клюет нормально? На че ловите-то? На телевизор? Нет, только пришел. Привет. На телевизор, но когда, короче, я был мелким, батя меня водил на рыбалку, и, короче, там какой-то, какие-то три пацана к нам подошли, спросили, вы ловите на телевизор? Батя сказал нет, я нихуя не понял, до сих пор не понимаю, и слава богу, в общем-то. Да, я просто запомнил фразу. Ловите на телевизор. Ну, я это, знаешь, у меня мозг всегда как-то по-другому. Это. Воу, привет. How you doing? Ай, ну подожди. Ай. Да куда ты уходишь, ты стой. Дай разглядеть тебя. Полностью. А можно тебя разглядеть вот так? Нет, это так не работает. Чё за квест-то? Что? Что? Ах, сам такой. Бонжорно, Эльси. А, здорово. Пора нанести визит любовнику Лукреции. Угу. Пьетро. Я уже отправил людей на поиски. Может, отца спросить, нет. Эти. Короче, я себе нафантазировал очень много. Как, чем дело? Ну, удочку поднимаешь, там телевизор, блядь, такой, знаешь, с диагональю 18.
доказательства? С трубкой такой, знаешь. Нет. Со старой такой. Нельзя действовать на основании одних лишь подозрений. Борджа знают, где находятся наши шпионы. Кто сообщил? На двадцатку лучше ловить. Ну, в принципе, да. Как идут поиски Пьетро? Эцио? Затыкай течь. Устраните врагов, чтобы они не смогли нарушить гильдию воров. Затем отправьтесь вместе с Ла Вольпе спасать других воров. Ваше здоровье должно упасть ниже 5 единиц. Окей. Идем устранять течь. Чё? О, здорово. Как нахуй меча, блядь, гигантского нахуй. Блять, меч такой медленный. На нахуй! Блять, ты можешь? Да блять, это кинжал. Мне нужен не кинжал, мне нужен, блять. Хорошо, ладно. Ты чё, куда, блядь? Меч большой, блядь, медленный, беспонтовый. Надо назад его вернуть в магазин, сказать. Меч беспонтовый у вас. Хуяк. Добрый день. Мужчины, можно я пройду? Эцо! Ты чё? Эцо! Эй! Эцо, ты чего? Эцо, блядь! Алло! Блядь, чё-то буганулось! Алло! Пацаны! Я могу только отходить, блядь, что происходит? Что-то боганулось. Ничего не работает. Могу подобрать и другие вещи. А что? Что, блядь? Я все равно не верю, что Макиавелли предал нас. Удивительно, блядь. Случай в замке, а теперь это. Это все его рук дело. Не напишет он, видимо, книгу «Государь», да? Да, блять, эта лошадь может быстрее сядь. Сядь, пожалуйста. Боже, скорее бы закончился этот кошмар. Что? А? Блять, мне кажется, я быстрее бы добежал, блять, просто. Чем они на этих лошадях скачут. Их реально очень медленными сделали. Прям беда какая-то. Вот с такой скоростью медленно в первой части лошадь двигалась. Но в два раза быстрее она двигалась галопом. Здесь, блядь, что-то вот это максимум. Нет, бред. Макиавелли предатель. Впрочем, ничего нового. Чё это? Кто это? Здорово. Ох ты, блядь. Слышь, блядь, программа «Угон», с вами я, Николай Фоменко, блядь. Лошадь мою угнал, блядь. Блядь, хуй. На нахуй! Добрый вечер, блядь. А чё ты меч-то убрал? Чё? Ты, блядь, чё, меч выкинул?
Ты что творишь-то, блядь? Это не мой меч, подожди. Он меч выкинул? Ну хоть ты меч выкинул, дебил. И ты... Что тебе удалось выяснить? Пьетро убьет сегодня вечером. Что? Чезаре прислал своего мясника. Погоди нахуй, Левольпе, блядь. Мигелетто, лучший убийца в Риме. Охуенно. Никто не уходил от него. Только не сегодня. Охуенно. Я только что, блядь, 10 косарей проебал, да? Пошла. Нет, это не вон он лежит. Ты что, блядь, издеваешься? Чё ты делаешь? Нужно уходить. Престо, престо. Чё ты делаешь, блядь? Ты издеваешься? Ты ебанутый, блядь, или где? Да... Блядь, игра, не беси нахуй! Ты нахуя оружием кидаешься, блядь, дебил? Почему ты шпагу-то, блядь, с собой... Блядь, в пизду, короче, заебала игра. Пойдем нахуй отсюда. Тупорылась, блядь, какая-то. Взял меч, блядь, выкинул. Ну что, ебанутый, нет? Нахуй он меч выкинул? Я думал, это просто сильный удар, блядь. Он взял его, выкинул с концами, блядь. И взял какую-то левую шпагу, блядь, с земли. Ебанутый, нет? Пиздус. Ну ладно, хуй с ним. В магазине поменяем на что-нибудь. Просто, ну, это чушь какая-то. Левольпыч, гони. Это без меня. Чего? Все, приплыли? Аспетто, аспетто. Вырву глаза, чтоб ты не бегал. Да, блять, хорош. Толпой нахуй не накидываются, блять. Давай, говно. Да, есть параметр оружия. Он актер. Сегодня вечером он выступает в Мистерии. Ха, пошла. Ха. Ха. Осторожнее, друг. Ты какой уж там? У тебя, блядь, лошадь наехала только что, блядь, целиком. Ты до сих пор стоять остался на ногах. Ой, вообще, блядь, беспалевный такой, блядь, просто по людям ёпта ездит. Похуй мороз. А где театр-то у вас тут? В Колизее, что ли? Или в том же цирке опять? Чего так долго? Я уже устал скакать. Алло, милиция, я хочу пожаловаться на Макиавелли. Он крыса. А это в лагере за редиском уже ездил? Ну, можно.
Пошла! О. Что происходит? Здорово, пацаны. Блять, кого бьет? Ну это годная оружие, на самом деле. Хоть я ее с земли подобрал. Но она гораздо быстрее, чем этот меч здоровый. Просто меня не доставляет то, что он этот меч выкинул, блять, и он стоил 20 что-то ка, что ли, или сколько там в этом районе. Блять, меня за что бьешь? Его подвесят на кресте, а Микелетто проткнет его копьем. Че? Иисусе, помоги! Серьезно, что ли? Вот этот поворот. Такими фокусами он кого-нибудь убьет, скорее всего, самого себя. Так, меня еще здесь еще ищут, что ли? Так, где? Ну и что ты там? Вылези? О, Рамула появилась. Хорош. Рамула появилась. Отлично. Еще одна. Две уже, да? То есть, а у нас сколько уже? Сколько у нас уже? Три? Четыре? Где ты? Три. Четыре. Где-то еще одна, да, 5 и 6, нет, 2. 2 должно быть. Сколько? 3, 45. Теперь их что? Сделаем периф. Пару минут.